Детишки. А кому яйца? Ух ты, блядь, ребята. Зажигалка. Ну давай ему лицо подпалим. Ну давай. Как тебе такая идея? И расплющим. Почему она не горит? А я не знаю. О, пузырится. Ой, а. Сейчас будешь красивая. Ебать. Сейчас, ребята, ну за это лайк нужно поставить. Всем привет, друзья, с вами я, Антон Власов. И Юлия Онешко. И сегодня у нас очень-очень интересный ролик. Юлик, расскажи, что мы будем делать? Мы будем наперегонки зарабатывать диабет с помощью шоколадных яиц. Да, сегодня у нас, друзья, анбоксинг целых 100 яиц Kinder Surprise. 100 вот. Яиц. 100 яиц, да, я купил. Я что-то думал, там больших, что... Ёбаный в рот. Вот, ребята, давайте я все. Думаю, нам нужно для превью перефоткать. Юлия, достаем. Достаем и показываем. И вот показываем. Смотрим, ребята. Раз, два. Будем пытаться собрать всю коллекцию. Да, у нас сегодня задача такая. Вот я, когда был совсем юный, может быть, как вы, может быть, даже младшим, я хотел собрать коллекцию киндер-сюрприз динозавриков. Если помнишь, такие были. Сука, они стоили тогда, как квартира, наверное, это одно яйцо. Естественно, много мне не покупали. И сейчас мы собираемся собрать одна единственная. Продали квартиру, купили все эти яйца. Одна единственная коллекция, которая сейчас заслужит внимания, это... Офигеть. Это тролли, потому что все остальное какая-то хуйня. Ну все. Ну тут 96, если быть точным, да, потому что в коробке их 24, но, блять, ну уж простите мне, 4. Опа, я немножко проголодался. А так мы начали? Все, начинаем, друзья. Собираем коллекцию троллей. Хочется это, перекусить немножко. Тут, конечно, только сахар. Мы, блять, воду забыли. Блин, ну ничего себе. Да, потом. Так, значит, тут у нас... Киндер, давай с игрушки начинаем. А, ты. Я с шоколада начинаю. Ну тогда давай поменяем. Тут спот. У нас два шарика в белом соусе. Соус тартар, шоколад. Так, а у меня первая игрушка, так, друзья. А чем есть? Итак, смурфетта я почему-то. А нет. Шоколад молочный. Вот раньше было такое изобилие всех вот этих вот игрушек. Помните, раньше были чупа-чупс, яйца большие. Там можно было найти. Раньше в киндере лучше были игрушки. Намного лучше, намного. Когда вот стали класть туда какую-то вот хуйню откровенно, как это, блядь? А вот так, братан. Развивающие игрушки. Ну чё-то я наоборот деградирую сейчас. Что будет, если мы 96 яиц съедим? Я думаю, точно будет диабет какой-нибудь. Ну или, знаешь, типа с сахарным отравлением нас. А, это облачко. Слушай, я попробую. Сделано оно реально как бархатное. Вот так вот, друзья. То есть первая игрушка. Пачка целиком будет. Все разобралось. Жалко у них нет, ну типа яиц там с беконом. Или с сырым хлебом. Со вкусом этого, соль. Или... С кусочками пиццы. Со вкусом, как там, лука и сметаны. Слушайте, ребята, вот такое вот облачко. Почему-то мне кажется, что это будет самая популярная игрушка. У меня зеленый ковбой. Я думаю, у нас получится собрать коллекцию. Ковбой? Потому что их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обязательно покажи, насколько лучшая игрушка в Kinder Joy. Я сейчас объясню, почему мы взяли не обычный Kinder, а Kinder Joy, потому что Kinder Joy реально интереснее. А, там еще какая-то была серия с какими-то птеродактилями. Да кому они нахуй нужны? Кому? Самая четкая серия — это пингвины. Пингвины. Жаль, их не было сейчас, так бы, блядь. А их все уже, наверное, не найдешь нигде. Если соберем всю серию, поставлю здесь, будем смотреть каждый раз. Вот как мы. Ой, а ковбой-то без ног, прикинь. Он инвалид. Обратите внимание, ковбой без ног. Рядом кактус. Балдёр. Это кентавр. Да ты гонишь. Это тролль кентавр, да? Посмотри, у него нету ничего. Да, нихуя. Он реально, смотрите. Он скачет по прериям. Он пони. Ну что, неплохо идем. Да, ну... По крайней мере, все разные. Я вот боюсь, то, что будет так же, как у нас с тобой с этим, с Майнкрафтом. Мы соберем за 50 яиц. И потом что будем делать? Жрать дальше. Я съем только... Я парочку. Максимум 5 яиц. И все, больше мне нельзя. Это слишком будет много. Ну это, конечно, гениально придуманная игрушка и сахар. Детям прям то, что доктор прописал. Надо сделать детский киндер. Там будет в одной части водка, в другой закусь. Слушай, еще взрослый, точнее. Какая-то игра, блядь, можно еще что-то там отсканировать. И они в этой виртуальной реальности будут. И нет, у твоей мамы спишутся деньги. Может быть, даже так.
Да, друзья, конечно, здесь много всего, но самое страшное, что мы в этой коллекции не видим, это наших больших друзей компании из OneX. Вот бы их поставить сюда, чтобы они составили и напоминали нам о том, что у них проводятся различные спортивные, киберспортивные мероприятия. Промокод POWER! Не забывайте, друзья, потому что по нему вы получаете до $100 бонусом на свой счет. Если уверены в своих силах, пожалуйста, переходите по ссылке, закрепленной в комментарии, либо пользуйтесь этим QR-кодом и попытайте свою удачу, друзья. Желаю вам в этом успехов. Следующая игрушка. Ух ты, бля, опять новая, ребята. Но тоже не Смурфетта. Слушай, а что у них уроды-то такие? Я что-то тоже не понимаю. Ты не смотрел этот мультик? Нет. Я не понимаю, почему так происходит, но мне нравится то, что мы уже собираем... А, у него очки еще отдельно одеваются. Я не смотрел мультик, поэтому я могу только предполагать. Думаю, у них жесткие правила в отношении женитьбы, продолжения рода, выбора избранника. Конкретно у Смурфов? Да. Это не Смурф, а эти тролли. А, блядь. И у них как у королей. Блядь, почему я Смурфетту тогда ищу? Нет, это не то же самое? Мы ее тут не найдем. Блядь. И они как короли просто вот между собой все спят, и поэтому у них так много монстров. У меня какая-то синяя фигня, тоже новинка такая. Блядь, вот. Очки потерял. А где очки? В следующий раз надо будет принцесс. Их хотя бы раздеть можно. Ну, в общем, нет очков. А на что он стоит? О, офигеть, у меня какой-то водный элементаль, как из Героев 3. Покажи. У нас прозрачный. Слушай, вот это клево выглядит. О, какой, смотрите. А вот такую вот штуку вы никогда не найдете в обычном киндер-сюрпризе, потому что там полная хуйня. Как не может быть там? Не хочет стоять. Так, а всего у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фигурок. И что, мы уже из 8 4 собрали? Да. Ну, видишь, это о чем? Говорит о бедности коллекции. Раньше было намного больше фигурок. 10, 20. Не, ну это еще означает то, что на ее будет получаться стали меньше. Потому как, если раньше ты мог купить 100 яиц и собрать, допустим... Ну, кстати, ты прав, много было, да, вот этих пингвинят всяких. Пингвинов очень много было. Там было их за 10 точно. А сейчас вот так вот. Ну, слушайте, нет, я не хочу в это верить. Мы опять, может, будем искать секретного какого-нибудь, которого точно нет. Но вот из этих всех мне больше всего нравится Рокер. Холодно у вас, Антон. Может, есть что-нибудь, чтобы я мог одеть, чтобы согреться? Да, будьте добры, вот возьмите, пожалуйста, вот эту потрясающую худи, которая... Вау, какое качество! Отменная. Это потому, что это мерч Шизи, который вот сейчас... Вот это да! А в нем есть спидозные иглы? Просто в других мерчах всегда были спидозные иглы. Проверено, друзья, не переживайте, спидозных игл никаких нет. Точно, Весрэп единственный мерч, в котором нет спидозных игл. Совершенно, друзья, верно, он наоборот помогает вам, он укрепляет, во-первых, ваш дух. Во-вторых, улучшает настроение, развивает мускулатуру. Вот, и вы, соответственно, какой мерч берете, такой у вас и плюс бафов. Вот здесь баф такой. Вы не боитесь различных психических расстройств, потому что у вас есть справка потрясающая. Спереди нарисована различная атрибутика, которая соответствует нашим шизоидным, так сказать, интересам. Поэтому, друзья... Приглашаю вас. Переходите по ссылке, которая находится в описании, и выбирайте. Выбирайте, смотрите новый мерч от меня, от Антона Власова, который называется Шизик. Слышал новость, что в больших городах появились маньяки, которые сбивают людей, которые носят мерч неизвестного рэпа. Быть не может. Вот это да, ребята, запаситесь. Ребята, прикупите вы... мерча известного рэпа. Молодец, или хорошо, что ты сказал. Ребята, да. Переходите, пожалуйста. А, нихуя, эти карточки еще сюда ставятся. Куда? Чтобы ты мог сканировать. И в пизду эти карточки. Не, карточки я сразу в пизду. Я даже... О, блядь, я забыл. Смотрите, нифига хороший какой набор. Здесь даже о, еще идут какие-то... Наклеечки? Наклеечки маленькие. Нужно клеить. Только куда? Может, он хиппи? Ай, блядь. Я думаю, я на третьем яйце остановлюсь. Съешь его? Да. Дальше уже плохо будет. Все, наклейки я клею. Пишите тоже в комментариях, сколько яиц можете съесть вы. Пишите, какие у вас коллекции есть. Потому что сейчас все, что мы видим, это все какой-то пиздец. Хотя я покупаю. Я пришел такой в очках с усиком. Мне 100 киндер-сюрпризов. И все такие, типа, ага. То есть, понятно. Все, мужик, я решил. 100 киндер-сюрпризов, даже меньше. Я думаю, киндеров 20 хватит, чтобы разложить дорожку от лифта до квартиры. Блять. А стоит прям до спальни можно довести. Ну, если интервал в 30 сантиметров делать, чтобы было и очевидно, то можно. Блять, ребята, вы не поверите, опять новый, ебаный в рот. Кто у тебя? С Евровидения какой чувак. Он с микрофоном. И у меня новый. И у тебя новый? Да, розовая какая-то.
ребята, может, детям раздадим тогда эти киндеры, я не знаю. Сходим в какой-нибудь этот... Сходку устроим, будем киндеры раздавать. Сходочку можно устроить. Одна история, и все. Ой, а тут что-то техничное, что-то тут крутится. Юля, я просто в ахуе. Мы соберем сейчас всю коллекцию. Да не, сейчас в каком-нибудь просто копии пойдут, и одного, как всегда, не будет. Смотри, блядь. Все разваливается. Она крутится. Юлик, у меня почему-то вообще ничего не попадет. Когда Sailor Moon попадется? Тут написано, что он должен петь, тут мелодия нарисована, но у меня ничего этого нету. Я думаю, это нужно через приложение, которое дополненную реальность делает. Ну ладно, сейчас я вам попробую показать. Нужно так раскрутить. Вот, смотрите, вот такой вот чувачок. Прямо, слушайте, колено. Ну, они мне нравятся, как выглядят, по крайней мере. Вот это самый красивый. Только они стоять не умеют. Это может. Шоколад мы отложим, и у ребят в офисе всегда будет возможность перекусить. Да, да, конечно. Кондитер Патруль, может быть, снимем в будущем. Так, ну что у нас тут? Пошли повторочки? Нет, у меня что-то новое. Опять новый. Слушай, да мы все сейчас соберем. Не, у тебя... Не, облако есть уже у нас. Так эту игрушку можно сжечь. Да, зажигалку неси. Сейчас мы это все... Одного-то подпалить можно для ролика? Можно. Отлично. Сейчас вот, соберу облако и можно как и раз. И подпалим. Ё-моё, ребята. Ой, я думаю, он хорошо чадить будет. Представляете, мы потратили на это все и собрали вот так быстро. Почему так получилось-то? Я так расстроен. Да почему? Я думаю, будет интереснее, потому что мы должны были долго собирать. Но вот гитарист так и нет. Наверное, гитарист самый популярный. Его сделали там в пропорции 1:1000. И, между прочим, обратите внимание, мы собираем не по инструкции, вообще не подглядываем, потому что нам... Потому что мы 30 лет, да, мы не какие-то школьники. Но облако мне нравится, облако прикольно. Сейчас с зажигалкой схожу. Давай. Давай. Ну что, ребят, давайте. Я сам не рискну. Да, ну перестань. А там видно? Видно в кадре? Да, видно. А ты ему лицо подпали, чтобы оно коричневым стало. Че, не горит? Детская же игрушка. Нихера себе, так это хорошо. Слушай, облако прям нормально так. Хорошо держится? Даже не пахнет ничем. А почему она не горит? А я не знаю. Че, у него лицо поехало? Поехало. Он как будто объелся сладостей. Вот этого и хотелось добиться. Все, короче, мы каждый киндер, который будет попадаться лишним, мы будем его сжечь. Я беру свои слова обратно, не будем мы сжечь каждого. Мы будем сжечь... Но некоторых. Сжечь каждое облако. Каждое облако? Вот каждое облако мы будем поджигать. Ух ты, блядь, ребята! Зажигалка! Я, да-да! Ни хера! Секретная вещь. Ребята, распространите всем. У киндера можно... Зажигалку крикет. Зажигалку найти. Ребенок вытащит, подожжет квартиру и все сгорит. Это серьезные нарушения. Новый какой-то крутой рокер. Мы собрали коллекцию. Мы собрали коллекцию? Ну давай сжечь. А что, давайте тогда соберем все коллекции. Че ж, сколько коллекций мы соберем тогда? Че, я так понимаю, что здесь вообще все легко. Слушай, мы можем устроить костер из киндеров и снять это. Нет, я так. Не хочешь? Нет, я. Шоколад будет хорошо. Киндеры мне нравятся. Ну как нравится? Все-таки ностальгия по тем временам, а знаешь. Это русалка. Но мне нравится качество лучше, чем Лего Майнкрафт сделан. Или, а не-не-не, это не Лего выпускал, вот какая-то другая компания. Да нет, другие. Фуфлыжные. Так, вот тут у меня есть вопросы с конструкцией. Но это самый крутой, который да, можно было найти. Да, конечно, я слегка расстроен тем, что у нас собрана вся коллекция, и уже на каком-нибудь 10-м киндер-сюрпризе. Как так? Ковбой. Ковбоя будем подпаливать? Да, конечно. Бери. Точнее, не ковбой, а кентавр. Кентавра будем, всех будем подпаливать. Просто смотреть, как они меняются. Мы хотим проверить вообще, вот, допустим, остался ребенок один, отец курит. Да, нашел зажигалку. Он решил такой, подпалю-ка я облачко. Что будет? Шляпа вот у него поплавится? Ты чё, охуел? Все нормально, все под контролем. Чё, никогда с детством зажигалкой не игрался? Я больше петардами баловался, прям уже так основательно. Смотрите, какая у него теперь необычная шляпа и лицо, смотри, Антон. Эксклюзивный! Ему как будто взорвалось что-то в лицо. Слушай, эксклюзивный набор. А есть киндеры с фиксиками? Нету. Я говорю, очень-очень мало, крайне мало интересных серий сейчас. Так, а это кто? Такой есть? А, да, да, у нас попалась опять балерина. Так что, может, ей лицо подплавить? Да, я теперь этим займусь. Давай, давай. А давайте макушку сожжем. Не-не, лицо. У них лицо смешно сгорает, оно маленькое. Так лица смешно горят. Да-да-да. Сейчас пойдешь. О, пузырится. Ой, сейчас будешь красивая. Ебать! Сейчас, подожди. Ребята, ну за это лайк нужно поставить. Давай, покажу. Красота. Ебать! Мы просто маньяки. Давай
обожжем лица всем лего-игрушкам. Ну вот это мне нравится. Он простой, он просто стоит прикольный. Но он не обожженный же. Не обожженный, надо это исправить. Я не знаю, куда-то не туда обзор пошел. Ну если мы всю коллекцию собрали, почему бы и нет? О, смотри, как я ему лицо немножко изменил. Ой, он стал более улыбчивый. Сейчас, я еще лучше сделаю. Ребята, это, конечно... О, смотри, какую я ему улыбку нахерачил. Шик модерн! Я просто смотрю, у нас наверху сигнализация стоит. Обратите внимание, как изменился тролль. По-моему, наш вариант лучше. Он похож на утку. Он похож на очень счастливого человека. Ну, тролля, имею в виду. Так, у нас еще один вокалист. Так, обожженных сюда ставим? Да, а вокалист не обожженный, еще не один? Нет. Вокалист? Нет. Это который самый крутой? Нет, это гитарист, а вокалист это который вот с Евровидения. Давай его, можно? Давай. А что с ним сделаем? Ну, давай ему лицо подпалим. Ну, давай. Как тебе такая идея? И расплющим. Ну, нос прямо у него вообще сразу же идет на расход, смотри. Ебать, пузырями лицо пошло. Пошло. Ой, чадит там как. Не тушится. Чи-чи-чи, не плачь. Доктор Власов и доктор Онеш. Ебать, это его лицо? Да, вот, пожалуйста. О, посмеемся вместе, ёпте. Коллекция Kinder. Так, а я хочу как-то, чтобы что-то изменилось. Вот есть фиолетовое, я хочу и шею немножко изменить. Пожалуйста. Оторвал голову. Сейчас приклею. Ну ты даешь. А есть плоскогубцы или секатор какой-нибудь? По-моему, у меня был молоток. Так, ладно, у нас тут еще один есть парнишка, который... У меня как будто 12 снова. Короче, она обезглавлена, ничего. Эксперимент не удался. Ставь сюда. Я сейчас попробую, может, голову как-то использовать. А попробуй я тебе обратно припаять, давай ремонт сделаем. Не получилось, он не клеится, итак, это какой-то детский пластик. У нас еще один. Вот. О, такой я вот. Сделал игрушку, смотри. Нормально? Прикольно. Подставка для головы. А их можно, знаешь, одному голову отрезать и к другому приклеить? Ну, это уже сложно. Вот у меня, если уже сложно. Есть тело. Оставляй, сейчас мы что-нибудь придумаем. И очки еще. Вот они, вот как раз таких не хватало. Красота. Облако, жом! Облако? О, а давай облако другое тело сделаем. Вот это нужно припаять к этому. Облаку. Ну, тут пластик такой, не липкий. Ну, понимаете, да, друзья, за 10 яиц или за 11 мы... Ну, это говорит... хорошая об этой коллекции. Да, то есть у них все поровну. То есть, по идее, если вы купите один блок, а один блок из 24 яиц стоит в оптовом магазине, там, где я покупал, по-моему, без НДС 1600 рублей. Слушай, ну вроде держится. Зацени. Хорошая игрушка получилась. Хорошая. Обратите внимание. Юлик, ты прям вообще придумал? Смотри, я сделал двухголового. Бля, Юлик, ну ты... А ты припаял его? Да. Хорошо. Давай я тоже тогда. А вот... Вот так как бы... Хорошо. Да-да-да-да. Это что-то пахнет гарью пластиком. Как бы можно было бы отделить бы? Нам бы маски. Маски бы? Нет, слушай, вот гитарист прямо хорошо сидит, его даже никак... Он и сделал лучше, детальнее, у него прикольная картинка, его прикольно разрисовали. Да, его вообще никак не... Опять русалка. Соединить с другим это невозможно. С зажигалкой игрушек становится больше, ребята. Не вдыхай этот дым. Это очень вредно. Вредный? Конечно. Рак потом в легких будет. Это же пластик. Мы как сейчас на вредном производстве. Нам нужны просмотры за вредность. Слушай, мне кажется, нужно нагревать и то, и другое. А давай попробуем сделать, чтобы были вообще все в одном. Ой, мне кажется, так не получится. Они типа как человеческую многоножку. Не очень склеиваются. А зачем эта штука крутится? Я не понимаю, для чего? Да, а не зачем, да, если припаяю. А может сломано? О, вот смотри, у кого голову можно стегнуть. Гитарист. А я пробовал, не получилось почему-то. Я ее откручивал. Блять, не оторвешь ему голову. Все, не будет больше крутиться. Починил. Починил? Все готово. Это что у нас? Может, селекцией займемся? Будем новую породу собак разводить. Кстати, хорошая идея. Нужно тогда будет купить в Ленобласти дачу. Да в гараже. У меня в гараже. Предлагаю для начала скрестить мопса и алабая. Посмотреть, что получится. А потом скрестить это с долматинцем. Мне кажется, ничего хорошего. Ну, а вот если... Что-то интересное будет. Таксу скрестить... С алабаем? С алабаем. Вот это уже получится очень... Это будет сарделя такая. Длинная алабай. Будет, да, сарделя такая... Здоровая. Да, нужно, чтобы длинный алабай получился, а не толстая такса. Сделаем длинного алабая. Но он не сможет. Потому это нужно с волком. А, слушай, у меня тут идейка одна появилась. А может быть, я смогу ноги от облачка сюда повесить? Они у него какие-то кривые. Ну, кривоватые. Ну, а что мы
по внешности. Ведь не хочет с головой расставаться. Слушай, куда-то... Хорошо игрушки сделаны. Куда-то не туда у нас пошла эта вся затея. Да, по-моему, все отлично. Я думал, мы чуть-чуть другим будем заниматься. О, сейчас оденется. Оденется? Угу. Новый монстр? Новый монстр, ребят, будет сейчас. Я вот сколько уже кручу, блять, минуты три не могу оторвать. Ребенок и то не сможет. Это что за игрушка? Ох, твою мать. Отвалил? Да, думал, будет новый монстр. Сейчас. Надо это самый. А есть склей какой? Резану. О, ну все, ребята. Новый. Слушайте, как вообще интересно. Это, ну, самый крутой, конечно, получился у Юлика. У него прям вообще двойной. Нашел отверточку? Да, можно дырки ковырять. И можно лучше приминать. Так. Пошло дело. Дальше идем. Голову оторвать. Слушайте, мы сейчас играем. Ай! Как в Impossible Creatures. Да. Классная стратегия. Да, Impossible Creatures или в спор. Я смешивал горилл с сосами. Очень опасная штука была. Нифига, это так можно вообще? Да, классная игра. Слушай, смотри, а я сейчас еще новую придумал. Она будет танцевать у него на волосах. Нихера себе. Sony Pictures, ждем приглашения на показ новых фильмов. Смотрите, новый персонаж пляшет у него на шее. О, прикольно получилось. Как будто так и должно. Два друга. И, кстати, стоит еще к тому же. Нет, не стоит. Что же это за пластик такой? Но горит как надо. Ну, плавится. Прям вообще отлично плавится. Бля, на самом деле, вот, когда появляется зажигалка, становится увлекательнее намного. Или там отвертки всякие. О, оторвал, наконец-то. Так, у меня есть голова. Надо ее на что-то насадить. И тело есть еще, смотри, Антон. Показывай. Пригодится. Тело, окей. Во, смотри. Получилось как бы русалка. О, два хвоста. Да, даже как не знаю, как вам показать. Смотрите, двуххвостатый вышел. Слушай, мы так новую коллекцию можем создать. Угу, прям уже создали. Я придумал. Так, ну это будет пока просто заготовочкой. Я не буду пока показывать, я придумал кое-что очень крутое. У меня получилась прям крутая игрушка. Ща. О, смотри. Показывай. Он держит его голову. Ебать! Такая игрушка вышла. Конечно, мы мало того, что сделали, собрали коллекцию основную, так мы собрали еще свою собственную. Можно идеальный киндер сделать, это соединить две сладких половинки, и будет просто сладкое яйцо. Слушай, тогда, конечно, вот это масть. Но тролли все равно выглядят лучше, чем какие-нибудь просто парапланики маленькие. Да. Просто такое, какое говно. Какие-то штуки, которые кидать можно было. Вы посмотрите, как просто все красочно выглядит у нас. То есть... эта длина шеи, она мне прям не нравится. Она уродливая. Ну, страшно выглядит слегка. Это прям самая нелюбимая игрушка из этой коллекции. Блять, надо было взять коллекцию Барби принцесс. О-о-о. Сука, че ж мы не догадались-то. Можно было бы прям посмотреть, что ж там девчонка-то от нас стоят. А там, на самом деле, тампоны всякие, эти... Таблетка Пустинора. Да, прерывание беременности. Просто ты такой, бля, опять все. Ну, че я удивляюсь, в смысле повторки, бля. И так собрали уже все. А опять этот чувак даже собирать его не хочу. Ну, что я могу сказать, друзья? Мне нравится вот этот, и который голову держит. А мне вот этот нравится... у которого слегка улыбка подгоревшая. Во, вот это крутая. Я вот сюда поставлю. Ставь возле милиции. Так а давай тогда поставим, получается... В самых уродливых. А где подпаленное облако-то? Во, чуть-чуть такое. Блин, что-то облаков дохуя. Ну мы ж в Питере. Не, слушай, одного барабанщика я обязательно поставлю. Ну, барабанщика, в смысле гитариста, точно поставим. Припаленные очки. О, а ты, кстати, на голову-то приставил, у которого лицо распалилось. Слушай, это рарный. Мы его тоже сюда помещаем на нашу... Возле Волги будет стоять. Вот такие дела, друзья. Было принято нами решение не переводить киндеры, вот, дадим женам, в общем. Еще мы сегодня узнали, что зажигалка делает все веселее. В два раза, а то и в три раза. Я думаю, раза в три минимум. Если есть дома под рукой зажига, ребята, не пропадете, будет весело. Смотри, сколько шоколада еще осталось. Шоколада куча, у меня здесь все еще, я даже ничего не кушал, мы там буквально по две съели. Все, в общем, все собрано, чтобы никто на нас не ругался.
испугался, не подумал плохо. Конечно же, мы это все выкидывать не будем. Угу. Вот, да, Шлюбе передадим, ребятам раздадим. Вот, поэтому... Детишкам сейчас поедем. Сейчас, детишкам. Мы сейчас к ребятам сейчас как раз... На пляж какой-нибудь поедем. Они ж могут лежать сколько угодно, правильно? Детишки. А кому яйца? Только не говорить, какие сначала. Просто тебе такое, а тебе сразу два. Или четыре сможешь взять. В общем, вот такие дела, друзья. Спасибо, что посмотрели. Юлик, большое спасибо, что принес с собой зажигалку. Иначе это было все намного скучнее. Но, тем не менее, спасибо, что посмотрели. Как ты считаешь, удался? Ура! Шоколадные яйца, друзья. Ну, до новых встреч. Всем пока.